осталось несколько часов до праздника, а я на ходу засыпаю. Что же делать? О, зайчик, зайчик, спаси, спаси, засыпаю. Никуда бежать не надо. Иди ко мне и рассказывай истории. Я тебя буду слушать до самого Нового года. А потом с Дедом Морозом под елкой плясать. Это же очень долго. Я столько историй и не знаю. Ну расскажи, сколько знаешь. Смотри только, чтоб я не заснул, а то ругаться буду. А если развеселишь меня, накормлю медом. И от зверей защищу. Ну, значит, была такая у меня история. Бегу я по лесу. Справа елки, слева елки, впереди елки и позади елки. И кругом много-много елок. А из одной елки вдруг раз и лиса выскакивает. А я быстро раз и за другую елку. Надо придумать другого рассказчика. А я тебя, наверное, искушать могу. Стой! Не надо! Я тебе пригожусь! Точно пригожусь! Знаю я одну отличную болтушку. Болтает, что мед по ушам льет. Я как-то встретился с ней, рассказывала мне интересные истории. Да так я заслушался, что до самых ворот домой ее дошел. Так бы в печь угодил. А потом и на столе жареном лежал. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо меня мой друг остановил. И мы убежали. И кто же это? Кто спас меня? Это друг, зайчишка. Мой сосед с такими длинными ушами. Ты не видел его? Да нет же. Кто истории рассказывал? Успокойся ты. Мы пойдем к лисе, а я тебя буду охранять, чтоб не съела она тебя.
Справимся. А что касается сна, то надо подумать. Ты, Мишка, обычно когда и где засыпаешь? Ну как? Напью живот до отвала, завалюсь в берлогу, свернусь калачиком и засыпаю. Так, Мишка, не спать, не спать, не спать! Знаешь, я, кажется, придумала тебе способ, как не спать. Значит так, ничего не ешь, иди на улицу и стой там, на морозе. Долго? Год не наступит. Ну ты не расстраивайся. Я буду тебя навещать. В тепло тебе нельзя. Сразу уснешь. На что только не пойдешь ради Деда Мороза. И будущей супруги. Ты вот скоро Новый год. Кто же мне поможет на стол накрыть? А? Как же я в Новый год и без зайчатины? Ой, спасите, помогите, спасите! Волшебство?
Придумал! Я в прошлом году совсем озверел. И это, ну, кусок шубы у Деда Мороза откусил. Он даже и не заметил. Ты, конечно, настоящий дикий зверь, но как нам это поможет? А так, что нюх у меня самый лучший. Я сейчас достану кусок шубы, понюхаю его, и потом сразу найду, где живет Дед Мороз. И мы попросим его, чтоб он разбудил медведя. Каждый ведь имеет право Новый год отпраздновать. Ой, волчушка, какая же ты прелесть! Давай тогда бегом за куском этой шубы и быстренько искать Деда Мороза. Ты это, Серый, беги, а я тебя догоню. Так, Заяц, давай-ка пока перемирие объявим. Мы пойдем с волком за Дедом Морозом, чтобы он медведя разбудил. А ты пока мужа моего в дом затащи, чтобы он не окоченел. Да смотри осторожно, если сейчас его разбудишь, то он тебя точно съест. Странно. Сначала надо разбудить, потом не будить. И как я его перетащу, такого большого? Я лучше ему переногу построю. Вот уже лиса близко, я чувствую, очень близко. Ой, молодец, волчонок! Слышу, слышу, но кому там так не терпится? Ох, Дедушка Морозушка, ой, беда, беда пришла. Муженек мой заснул перед самым Новым годом. Ты, лиса, не трындычи. А давай по порядку все рассказывай. Ой, ну знаете, познакомилась я с ним, ну совершенно случайно. Он пришел ко мне в дом, такой большой, такой сильный. Ты, лиса, не о том рассказываешь. Давай лучше я. У нас в лесу живет медведь. Ой, очаровательный медведь. Так вот, решил он, что надоело ему каждый год пузом кверху лежать. И захотел он... Захотел он на мне жениться, и притом под самый Новый год. В общем, под елкой захотел он на праздник поплясать. С вами, в обнимку. А сам все время засыпает. А будить мы его боимся, потому что съест. Ну ведь медведю нужно спать зимой, иначе у него летом сил ни на что не будет. Может, мы его как-нибудь только на сам Новый год разбудим, а потом пушай себе спит. Я его одеялком накрою, медик рядом положу. Ну что ж, на денек, я думаю, можно. Давайте я пойду с вами разбужу его, а потом уж пускай спит себе. Только вот домой зайду, шубку зашью. А то мне кто-то в прошлом году кусок шубы откусил. Паразит. Ой, спасибо тебе, Дедушка Морозище. Это будет лучший мой подарок на Новый год, а заодно и свадебный. Домик построим. Пойду посижу за елкой. Отдохну. Ладно, вы, лиса и волк, идите стол накрывайте, мандарины несите, а я пока медведя разбужу. Ну что ж, будем медведя будить, как и обещал.
С наступающим! Дед Мороз? Настоящий? Давайте-ка я вас обниму! Не надо! Лучше наряди вот эту елку. А я как пока пойду, зверей позову всех. Будем тут праздник праздновать. Все друг друга поздравляют и радуются. Скоро здесь будет полно зверей. Так что приготовьте место к празднику. Голодным как-то не весело праздник отмечать. Волк, оставь ты уже этого зайца. Его мой Мишка охраняет. Давайте-ка лучше мандарины есть, да песни петь. Что такое Новый год? Что такое Новый год? Это ягоды и мед. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Это все без исключения. От орехов до печенья. Вот что значит Новый год. Что такое Новый год? Что такое Новый год? Что такое Новый год? Это дружный хоровод. Дудочки и скрипки, шутки, песни и улыбки. Вот что значит. Вот что значит Новый год. Да, вот что значит Новый год. Что такое Новый год? Что такое Новый год? Это праздник и приход. Ля-ля-ля-ля-ля. Это смех друзей веселых.